Хореографические постановки, вокальные номера, театральные зарисовки и многое другое увидели зареченцы, которые решили отпраздновать старый Новый год в театре юного зрителя. Представление для взрослых, кому под елочкой жить хорошо, состоялось в третий раз за новогоднюю кампанию 2020. И все три раза постановка прошла с аншлагом. Мы традиционно выпускаем вот какой-то такой вот театральный капустник, что-то в этом духе 31 декабря, и с удовольствием повторяем 7 января и 13 на Старый Новый год. И вот сегодня у нас опять полный зал, что очень приятно. Главное, наверное, вот в этом представлении – это создать хорошее настроение зрителю, чтобы они ушли отсюда с ощущением праздника, с этим замечательным ощущением Нового года. В своем капустнике актеры Тюза рассказали о театральном закулисье, о знакомых всем бытовых неурядицах, о Заречном и его обитателях. Особое внимание удостоился сахатый символ города. Мы кошмарно рогатые, лоси сахатые, мы кругом виноватые, мы пугаем людей, только сами не ведаем. Просто обеды в парках вкусными ветками по своей простоте. Не забыли актеры и о себе. В ироничной форме они рассказали зрителям об особенностях своей работы. Какие в Джульетте у нас театр юного зрителя, у нас чудных играть надо. Зверушек всяких там, кто? Олень! Олень, лис, зайцев. У нас артист должен уметь все, он должен быть раскрепощенным, да? Талантливым, убедительным, потому что зритель ведь его не обманет, зритель не дурак. На протяжении всей постановки в зале не смолкали аплодисменты и смех. Зрители новогоднего капустника высоко оценили душевность представления и профессионализм актеров. Мы каждый год ходим на новогодние капустники, на новогодние представления. Поэтому всегда получаешь заряд эмоций, всегда восхищаешься мастерством наших актеров. И вообще театр юного зрителя, он такой родной. Он нас один, но такой очень-очень-очень родной. Представление для взрослых, кому под елочкой жить хорошо, стало завершающим событием новогодней кампании театра юного зрителя. Теперь артисты готовятся радовать зареченцев новыми и давно полюбившимися постановками в уже наступившем 2020 году. Александр Абаимов, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».